Ну дайте я сначала исчезну. Да ну хватит уже. Идеи, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Снига IP, Ванёк, Стаканчик, Серега, как всегда, очень много классных подписчиков, скажите крутые слова. Всем привет. Добрый день. Салам алейкум. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что я буду брать аниматроников новых и старых и выживать один на этой карте. И все подписчики против меня. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем веселиться. Даже могу их убивать, вот так вот. Надеюсь, вам нравится этот ролик, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы стараемся записывать ролики каждый день. А пацан же начинает мне фигачить и делает подсрачник, который подсрачник. Я улетел через всю карту. Ну что, выживалочка началась. Этот аниматроник не может ставать невидимым, поэтому у вас все шансы меня замочить. Но последующий аниматроник все будет жестче и жестче. И даже будет у нас в конце, где я буду ставать невидимым и на крысу вас мочить. Я крысой стану, мне так это нравится. И тпхаться не могу. Ничего не могу. Короче, пацаны, давайте. Погружение произведено успешно. Я так понимаю, что вы меня сейчас сольете. Вы уже третью часть вынесли. Четвертую даже. Ну-ну-ну-ну, ты смотри, подземный. Ага, шары не сильно, да, под землей катаются? Ой, извиняюсь, я обстоял. Нельзя. Бегу. Все отлично, все хорошо. Я знаю, как от них убежать. Надо быстренько в здание забегать. Вы чё, сзади меня летит миллион пуль? Как это выжить? Вообще нереально. Был бы я не аниматроником, я бы уже слился. Так ты так сольёшься. Веселье начинается! Я подстрачник. А вы что, думали, только вы будете меня мочить? Я вас тоже буду мочить. О, вот так встану и на крысу буду мочить, смотрите. Вот так, надо сережку как-то замочить. Да не лезь туда! Лезь. Я буду вас мочить, на тебе. Сереге вернулось за то, что он меня убил. Я говорил, не лезь, он полез. Ну конечно же, как ты хотел. Ого, шары по башке, это же больно. Да. Я бегу. Проверяем пацанов на прочность, за сколько они времени меня убьют. Слышь ты, бензопильщик. Опа, а я буду уклоняться от шаров. Я хотел подниматься попасть, но случайно попал по подписчику. Так бывает. Ты чё на меня хочешь убить? Я тебя сейчас догоню. На, красава. Моя школа мочить всех подряд. Так, пацаны, осталось 1000 жизней из 9000. То есть вам осталось совсем писечка, чтобы меня убить. На тебе. Ну а что ты хотел? Только вы меня должны мочить. Вы должны мочить меня на расстоянии, вот как сейчас это сделал мистер Apple. Красава. Так, я сейчас зашкерюсь, чтобы вы меня не видели. И я буду брать мощного аниматроника. Так. Так, тпкаться тоже не могу. Ну, уже... Хотя нет, 1000 жизней. Давайте за него повыживаем. Посмотрим, что с этого получится. А, я не могу убивать на расстоянии, только в притирку надо подбегать, я понял. Да, не могу. Да что за такое? Быстро убили. Сейчас. О! Пошел. Тоже невидимым не могу вставать. Почему жизни так быстро кончаются? Что за оружие читерское? Сириус Сэм, засунь себе. Я отдыхаю. Челюсть назад и отстаю. Ох ты, Это карма чумной. Это было очень жестко. Так. Увеличиваем шансы мои на победу. Он невидимку взял? Да. Третий аниматроник жестче будет. Где ты? Где-то здесь может быть. Я уже на крысу буду играть по красоте. Буду вас усмехивать. Крыса! Ах ты, говно, убил его все-таки. Я именно тебя и выслеживал, конкретно тебя. Так. Надо как-то очень быстро убегать. Очень быстро. Димас, тебя вообще, знаешь, даже невидимым не надо становиться. Ты такой худощавый, что тебя фиг увидишь. Ну я вот...
Я знал очень действительно оружие. Убила свое же дитя. А где Димка? Где-то здесь. Знаешь кто? Димка, кто? Невидимка. Говнодимка. Коловдимка. Ну что, вы меня видите? Нет. Ой. А ты, блин. А, он на крыше был. Да, видно было, да, как-то? Нет, нет. Как я упал, видели? Эх, да что, не хватает ума или чего-то не хватает? Наверное, ума. Ну давай, за краешек. Это ты виноват. Слышь ты, оружейный магнат. У вышки кого-то мочит. Да тяжело, блин, запрыгивать на крышу. Надо угадать вот это вот расстояние идеально. Да, он телепортирует. Ну да, я хочу залезть на крышу и с крыши его смочить. Нельзя. О, отлично. Как я это нельзя? Я сейчас тебе напалмовую бомбу скину. Нельзя бомбы скидывать. Надо на умение. Я могу тоже брать аниматроника, который бьет на расстоянии. Но я этого делать не буду. Я вот буду вот этого убивать. Первый пошел. Эй, не скидывай базукой. Не скидывай, не скидывай. Отлично. Я тут на балконе стою, кофе пью, вы мне мешаете. Видно меня? Я вижу тебя, Дима. Ракета летит к тебе. Я слышу. Я глох. Ребят, смотрите, я управляю ракетой самонаводящейся. Куда летит, туда и стреляйте. А все? Нет, не все, я вижу тебя. Каким образом? Это той бокс-ракета. Она типа тепловизора есть. Ой, блин. Немного выше надо было взять. О, да, да, да. Да я же переместился, мне все равно видно было, да? Я тебя вижу, Дима. Ого! Я буду сейчас вас мочить тоже. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Так, Сережку вижу. Засунь свою базуку себе в опу. На тебе. Хочу попасть, не могу. Сейчас скоро будут, ребята, у нас танки, так что смотрите ролик до конца. В конце будет очень большое веселье. Я буду убегать от бомб. С маленьким радиусом. Что это за ядерный такой взрыв был? Что это за оружие такое с красным говном? Да что это? Я застрял, я не могу даже отсюда тп... А, спасибо, что выручили. Я даже тпхнуться не мог. Просто не мог. Веселитесь, да, радуйтесь, то, что меня мочите. Хорошо. Идет очень мощный танк. 100 тысяч жизней. Классно, телепортация, это красота вообще просто. У меня такой здоровый, меня просто видно везде. Ты кабака, не телепортируйся. Вот он там. Побежал, побежал, но я очень медленно бегаю. Но жизни много. Это знаете, как в реальности, если ты танк, то тебя пригвоздят и замочат. Спасибо, конечно. Ну естественно. Ну а что ж еще делать? Реально не могу двигаться? Не могу. О, я могу зато тпхаться. Вон он. А что я в воздухе завис? Что за баги? Вы меня подвешали в воздухе. Это гвозди. Гвозди убирайтесь. Отлично, отлично. Беги, Димка, беги. Гвозди твои не сработали. Давайте камеру подальше сделаем. Опа. Где вы, где вы? Ого, что это за такие... пучки плазмы. Это мое. Забери его к себе, Додо мой. Ух ты, красота. Не буду ставить невидим, давайте, танка. А я буду приближаться и вас мочить. Надо кого-то хоть убить, хоть кого-нибудь. Так, тебе нормально? Отлично, мне это нравится. Давайте, о, давайте под водой будем их мочить. Сейчас они спустятся ко мне под воду, и я их убью. Вот так вот как-то. Всплывай, трупейшн. Классно под водой. Не так урон проходит, кстати, очень хорошо. Такое все глухо, и глухие звуки очень круто. Блин, модно реалистично. У меня размытие в воде. Конечно. Знаете, очень реалистично. Танка нужно брать танки. Какие танки? А, кстати, можете брать что угодно, кроме ядерных бомб нельзя. Ого, вы меня наказываете. Проверим, сколько продержусь, если будете со всех стволов меня фигачить.
Даже не буду никогда уходить, буду так и стоять. Давай, нагибайте меня. О, танк поехал, я иду за танком. Напишите, ребята, в комментариях, пока я не взорвал танк. Сможет ли аниматроник взорвать танк? Ай-яй-яй, красота. Смотри, как у тебя пушка отлетела. Ой-ой-ой, красота. Это был Серега. Колеса, запаску, пацаны, поднимайте. На. Смотрите, как это эпично будет, когда я буду невидим, чтобы было видно взрыв. Дум. Бум, дум. Красота. Вот это война самая настоящая. Такое ощущение, что аниматроник просто лучше Терминатора. Никто его не может так... Иди запаску собирай. Ну. На. На. Ваши танки ноунеймовские, ни о чем вообще. Вы мне вынесли уже 17 тысяч жизней. Это довольно-таки хорошо. А, Серега, я знаю, что ты хочешь пригвоздить, я буду тпхать. Попал! Попал гвоздями вонючичими! Эй, ты чё наколки мне делаешь? Прекращай! Ну все, это... Чё ты ржёшь? Он меня убил. А чем ты меня убил? Ножиком. Спину тебе. Ну, ножик 4-ский. Ну, дайте я сначала исчезну. Да ну хватит, ржёшь! Ну хватит, вы меня чиканули спину ножом. Да блин, вы мне опять сделали столько наколок много, мне вот это совсем не нравится. На тебе за то, что ты меня ножом убил в тот раз. 100 тысяч жизней. Слышь, у меня гвоздей 1 000 000 штук уже. Я вообще не могу, ребята, ничего сделать. Просто пригвоздили. Да, это будет жестко. Жизни тратятся нереально быстро. Да вы прекращайте, дайте хоть сдвинуть. С места дай сдвинуться, я нереально ничего не могу сделать. Вот это они меня наказывают. И горю, и краю, и травлю, и пердю. На тебе танк, взорвем сейчас. На, пушка отлетела. У меня патроны закончились. Вот это у меня жизни тратятся нереально быстро. Та. Ребята, гвоздодер. Какой гвоздодер? Ура! Побежал, вы Димка! Чего? Побежали, побежали! Я вам говорю, патроны закончились, а вы стоите. Классно, волчара вырвался на волю. Кракен вырвался и теперь готов мстить. А вот теперь, на... Умри. Ах ты ж. Танк, взорвись. Эта машина, умри. Серега, подавись. А ты где? Стопэ, стопэ, что за баг? Не найдешь, я в невидимку ушел. Ты невидимого, я? Ножичек спасает. На. Умри еще раз. Тебя вообще надо первого мочить? На тебе. А, фух, я успел в невидимку. Отлично, отлично, да, отлично. Не стреляй, дурак. Кто это стреляет? Так. Может, ты меня убьёшь когда-нибудь? Что где же ты? А где же я нахожусь? Где же я где? Что, под водой? Не, вряд ли. Нет. А вон на крыше находится. Эй, не надо меня мочить! Это мое царство. Я буду на крыше тусоваться. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто скинул говно? Да блин. Беги дальше, Димка, беги. Волчара вырвался. Классный волчара. Очень быстро бегает и анимация крутая. Что, Серега, не можешь попасть, да? А попаду, допрыгаешь. Нет, нет, я тебе не позволяю этого сделать. Ну говно! Быстрее, 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 исчезайте гвозди! Слышь! Я тебя сейчас убью, если ты будешь так делать. Он мне кишки выпустить хочет. Слышь, ты что, вообще самоубийца? Ах ты! Ах ты шмах ты! Да ну блин!
пригвоздили наколками, наделали из гвоздей. Я все, я не вариант. Ты чё? Стаканчик, не умеешь пользоваться этим оружием, не бери его. Ну чё, давайте, кто меня убьет? И все гвозди в жопу, да, специально засаживаешь? Ну конечно же, прикольно, да? Так, так, так. Чё, ты меня убьешь? На, тебя сейчас сами убьют, если ты будешь ко мне подходить. Он заморозили какого-то челика. Да ну хватит набрасывать гвозди, я не могу убежать. Нельзя. Можно, можно. Нельзя. Ищу пути отхода, но их не существует. О, я могу ТП. А, не могу. Не могу, не могу. Ого, гвозди дрожат. Я буду ждать, пока они исчезнут. Дима, ты... Дима умер. Ну что, ребята, босс. Жесткий, нереально сильный босс. 830 тысяч жизней. Можно использовать любое оружие, полностью любое. Любое, которое существует в Гаррис Мод, в нашей коллекции. Потому что у меня реально настолько много жизни, насколько это возможно. Серега, готов ядерную бомбу. Уже. А она не взорвет меня. Взорвал. Кто-то взорвал. А кто-то оно просрало его. Я же говорю, отсыревшие бомбы не надо взрывать. Да, это нереально мощный аниматроник, которого убить, в принципе, невозможно. Знаете, сколько жизней? Я знал, что надо сюда забежать. Ого. Вот это они там зачудили. Не, ребята, ваша бомба ни о чем. Только вы умираете, а я живой. Ха-ха-ха, класс. Ищ. Да почему оно... А что это за бомба? Тебя убило? Да, 830 тысяч. Царь-бомба против аниматроника в центре... В центре смерти. Да. Аниматроники все-таки не могут выдержать мощный ядерный взрыв. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.